Привет, мои хорошие, с вами Селена Свы. Сейчас я хочу рассказать о трех способах, как я наношу губы. Будем использовать Faberlic, мою любимую, теперь уже мой любимый блеск, мою помаду с безупречным ярким цветом. Итак, наносим на губы. Так, вот мы нанесли с вами нашу помаду на губы. Я не всегда хожу так ярко, может быть, для съемок это хорошо, но в повседневной жизни я люблю менее яркий цвет. То есть немножечко, может быть, он такой, чтобы был, но не так блестел, да. И один из способов у меня, это, конечно, можно все промокнуть, но первое, что мы возьмем, это попробуем оставить окантовочку. То есть можно ходить так, можно свернуть вот так вот, туалетной бумаги немножко и промокнуть губы не до конца. Подровнять. Как видите, у нас получилась с вами окантовочка. Он не такой яркий внутри, и сверху получается у нас, как будто у нас накрашена карандашом обводка. Также для повседневной носки я, конечно, бывает и полностью все стираю, но для этого уже мы должны согнуть и промокнуть, прям не жалея. То есть у меня сейчас цвет этот есть, просто он не настолько насыщенный. Такой естественный, можно кушать, разговаривать, облизывать губы, даже можно кого-то поцеловать. И практически не оставив следов. Это то, что я люблю. Вот. Вот такие вот три способа. Классический с окантовочкой и так, чтобы можно было поцеловать любимого, не оставляя у него следов на теле, на рубашке и так далее. Если мои способы были вам полезны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Много интересного впереди. С вами была Селена Свей. Пока-пока!